Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас очень жду. А сегодня мы испечем с вами пирог творожный с сыром и зеленью. Для этого нам понадобится 250 грамм творога, стакан муки, грамм 100 сыра твердого, 4 яйца, масло сливочного размягченного, грамм 100, 2 столовые ложки зелени, и петрушка, кинза, что у нас есть, 2 зубчика чеснока, соль. Понадобится нам еще сода. Мы ее погасим яблочным уксусом. 1 чайная ложка, 1 чайной ложки мы погасим. Соль. Ну, поехали. Берем 2 яйца. Вот. Избиваем их. Яйца с солью. Чуточку, 1/3 берем и вбиваем соль. Соду пищевую и вот гасим ее уксусом яблочными. И всыпаем, размешиваем. Добавляем масло подсолнечное, сливочное, размягченное. И муку частями. Получилось у нас тесто. Вот его кладем сюда, закрываем пищевой пленкой и в холодильник минут на 20. Сыр трем на крупной терке. Взбиваем яйца, чуточку соли добавляем, вот чуточку прям. И взбиваем яйца. Вкладываем чеснок мелко порезанный и зелень в яйца. И добавляем сыр наш почти. Тертый вот. И творогу 200 грамм. И все тщательно перемешиваем. На смазанную сковороду выкладываю тесто наше. Вот прям его рука. Я даже не разравнивала его скалкой. Просто сюда положила шары и вот сделала бортики. А теперь выкладываем начинку. Вот. Равняем ее. Ставим наш пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35 минут. Прошло 35 минут и испекся наш румяный творожный пирог с сыром. Приятного аппетита!